Лихие 90-е? Да. Торговля, я помню, была торговля, да? Джинсами торговали. Причем размеры, говоришь, тебе с машины просто кидают. В 90-е привокзальная площадь действительно была точкой притяжения для уличных торговцев. Это сейчас здесь автобусы, а тогда был вещевой рынок. И не один. Спустя три десятка лет места не узнать. А вот это что? Отдельно здесь небольшая будет тоже посадочная площадка. Мы ее отвели под маршруты, которые идут на территорию 8-го микрорайона, 9-го микрорайона и Одинцова-1. Преобразования начались в июне. В приоритете упорядочить движение автобусов, поэтому въезд личного транспорта запретят, а для такси выделят отдельную зону. Грамотно распределят и сами автобусные маршруты. Островок, на котором мы находимся, будет рассчитан на дальние маршруты, которые будут выходить за территорию города, за территорию Одинцовского округа. А маршруты, которые ближе к ЖД-станции, это локальные маршруты. Два из четырех посадочных островков уже готовы. Впереди укладка асфальта, остекление, установка навесов и лавочек. Также предстоит нанести разметку. Выбор сделали в пользу краски, а не пластика. Пластиковая разметка, она удобна, она долговечна, но есть такие нюансы во время изменения климатических условий. Это осадки, это снег, мокрый снег, она скользкая будет и для большинства подошв, для большинства обуви. Разметки еще нет, но водители уже паркуют автобусы елочкой, как положено. К слову, время отправки и прибытия транспорта будет известно точно. Остановки в прямом смысле слова станут умными. Их оснастят электронным табло. Человек приходит, он смотрит на табло, расписание, смотрит, какой номер платформы, приходит на платформу, садится уже. Проект знаковый, отметил глава округа. К его реализации шли несколько лет. Обновленный привокзальную площадь одинцовцы увидят уже к октябрю этого года. Олеся Лукина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».